Всем добрый вечер. Продолжаем послематчевую пресс-конференцию. Валерий Георгиевич Карпин, ваше внимание, главный тренер футбольного клуба «Ростов». И ваш вопрос о матче «Ростов-Рубин». Пожалуйста, задавайте, представляйтесь. Да-да, пожалуйста. Валерий Георгиевич, какой реакции вы ожидали от команды после неприятного поражения в Санкт-Петербурге? И насколько эти ожидания ваши оправдались сегодня в игре? Если брать первый темп, то полностью оправдались. Реакция была та, которая должна была быть. Она и была. А что потом произошло во втором тайме? Ну, футболисты спросили, что у них произошло. Сейчас Рашид Рахимов сказал, что Рубин во втором тайме немножко изменил свою игру, и это заставило игроков Ростова играть в основном длинными передачами. В этом, наверное, тоже есть какая-то проблема. Я, честно, не могу анализировать, не заметил, что что-то изменилось. Во втором тайме, в первые 15 минут. Но можно сказать, что у вас второй тайм в исполнении вашей команды разозлил? Да, можно. Да. Или у вас еще есть вопрос? Спасибо. Кто еще хочет вопрос задать? Никто? Спасибо Все? Большое можно за внимание. Можно тогда еще? Давайте. Да. Замена сразу после пропущенного гола, после пенальти последовала замена Знаурова на Байрамяна. Это что-то было вынужденное или она была запланирована еще до того, как был гол? Еще до чего? До пенальти. Ну да, Байрамян уже должен был выходить до пенальти, в этот момент забили. Спасибо. Если нет вопросов. Еще тогда один вопрос. Давайте просто сразу все. По игре, да. Может быть, не совсем по игре. Скажите, насколько Ростову интересен Сутормин? Как определить, насколько это? По шкале по какой-то или как? Вы хотите видеть его в своей команде? Не помешал бы. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Спасибо.